Ильшат Гафуров принял участие в заседании Комитета Академии наук Республики Татарстан, которое было собрано для определения кандидатов на соискание государственной премии. В этот день доклады были в основном направлены на изучение проблем нефтедобывающей и нефтехимической отрасли. Вопросы ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и академиков были связаны с определением научной новизны исследований. Проекты, которые были представлены соискателями государственной премии, уже используются на площадках малых и крупных нефтедобывающих компаний. В большинстве случаев они представляют собой новое прочтение уже имеющихся технологий или совмещение их с новыми технологическими схемами, с тем, чтобы дополнить или усовершенствовать аналогичные иностранные решения. В этой связи отдельной темой для обсуждения стал экспортный потенциал представленных разработок. Там база другая, там шасси здесь прицеп, еще что-то. Технологичные вещи каким-то образом. Либо это мы повторили чей-то хороший опыт, либо это собственные какие-то добавили на работу. Президент Академии наук Республики Татарстан Магзюм Салахов в связи с большим количеством заявок, связанных именно с нефтедобычей и нефтепереработкой, предложил учредить профильную премию за исследования нефтедобывающей и нефтехимической области. Подразумевается, что награда должна будет стать именной, посвященной памяти и трудам Валентина Шашина, выдающегося государственного деятеля и многолетнего руководителя нефтяной отрасли СССР. Диана Шилова, Тимур Табаров, Универньюз.